Ко мне приехал герой канала «Орловец» Василий. Всем привет. Всем привет передает. Что умею, покажу, расскажу, научу. Вася уже трудится в поте лица, естественно, получит финансовое вознаграждение, то, которое заработает. Ренат мне много объяснил. Вот хочу, конечно, вот всем научиться, чему смогу. Вася пошел с Ханной погулять. Ханна не осталась у Васи, она прямо его тянула за мной, когда я поехал. Промокли до трусов, пока работа была в легкую, ознакомительная. И думать, что он тут же изменился, конечно же, это глупо. Как тебе такая физическая работа? Всего хорошего! Ребят, всех приветствую. Сегодняшний выпуск такой неоднозначный. Ко мне приехал герой канала «Орловец» Василий. Те, кто подписан на меня в телеграм-канале, знают его. Вот, соответственно, вот он сидит рядышком. Всем привет. Всем привет передает. Вот сейчас его встретил, забрал и едем ко мне на дачу. Будем с завтрашнего дня с ним трудиться. В общем, он сам изъявляет желание поработать, помочь, естественно. Я что умею, покажу, расскажу, научу. Если это ему поможет, я буду только рад. Приятного просмотра, друзья. Ночные ветры принесут тебе прохладу. На наших лицах без ответа лишь только отблески рассвета того. Ну что, друзья, Вася уже трудится в поте лица. Вот, подготавливаем место под разгрузку материала. У нас есть объект, который нужно будет изготовить у нас на площадке и потом машиной отвезти. Вася будет в этом участвовать и, естественно, получит финансовое вознаграждение, то, которое заработает. В общем, пока он доволен. Вот. Вась, скажи пару слов, как, чего, а то я за тебя сейчас наговорю, скажешь, потом такого не было. Всего хорошего! Да, я очень доволен. Ехали по дороге, побеседовали. Чего делать-то будем? Ренат мне много объяснил. Вот хочу, конечно, вот всему научиться, чему смогу. Мало того, что Ренат тебе что-то объяснил, главное, чтобы ты это понял. Надеюсь, что понял. Все, давай, трудимся дальше. В общем, мы трудимся, вот, а без этого никуда. Ну что, ребят, Вася пока с поставленными задачами справляется. Ну, естественно, тут надо было переложить доски, подготовить площадку под разгрузку. Сейчас он озадачил его, косит. Пока немножко так вяленько, не привык еще к этому триммеру. Вот, но я думаю, приноровится и все будет отлично. Тут пятачок вот этот, здесь будет застройка. Будем строить выставочные образцы, есть заказ. В общем, как раз этот пятачок нам нужен. Потом пробежимся еще по своей площадке, все выкосим тоже, что нужно. Так вот проходят у нас будни. У нас приехала машина с материалом. Василий призадумался. Сейчас будем разгружать. Короче, весь материал нам нужно вместить вот сюда, потому что очень много материала, везде завал. Нужно как-то делать более компактно. Мы поехали трудиться, друзья.
Ну что, у нас материал полностью разгружен. Вот такая пачка получилась. Материал естественной влажности. Кто-то заказывает постройку, строительство из такого материала. Здесь весь материал сухой, строганный, упакованный. Здесь имитация, вагонка-штиль, сухая строганная доска, доска пола. В общем, здесь на несколько построек. Чем мы в ближайшее время будем заниматься. Естественно, Василия тоже подключу. Ну что, Вась, поделись мнением, как тебе такая физическая работа? Ну нахер. Да еще нормально. Подустал? Штаны спадают? Подустал. Ничего, ничего, сейчас перекурим и будем чем-нибудь еще заниматься, я думаю. В общем, надеюсь, Вася не отчается от физической работы и будет достойно трудиться. Порадует всех вас, друзья. Ну что, друзья, поработали хорошо, нужно хорошо и покушать. Нам приятного аппетита с усилием. Всем прекрасного дня. Ну что, ребят, вернулись мы с работы на дачу, чтобы немножко поработать. Но я посмотрел, кончилась вода. Уже на исходе нужно было доехать до родника, набрать воды родниковой. Ну, чтобы прямо пить можно было так, из-под крана не особо хочется. Вот. Ну, короче, не суть. Вася пошел с Ханной погулять. Я думал, я съезжу на велике, наберу воды. Но в итоге получилось так, что Ханна не осталась Васи. Она прямо его тянула за мной, когда я поехал. Вот, решили идти все вместе. В итоге насквозь промокли. Ливень ударил, промокли до трусов. В общем, сейчас будем сушиться, переодеваться. Вася вот сейчас вот в таком виде. Он весь тоже весь сырой. В общем, я тоже. Будем сейчас сушиться. Ну что, друзья, Василий приехал ко мне, как вы уже поняли. Конечно же, за один день, который вы сейчас увидели, чем он занимался. Ну, это так, пока работа была в легкую, ознакомительная. И думать, что он тут же изменился, конечно же, это глупо. Поработает, посмотрим. Вроде пока ему все интересно. Ну, видно, что он еще немножко стесняется. Я думаю, дальше он уже освоится и будет нормально лучше себя ощущать. Ну, в принципе, он ничем не стеснен. Все у него есть, все условия, что по житию, что по питанию. В общем, ну, естественно, по работе. Будем надеяться, что этот труд пойдет ему на пользу. Его все устроит и, возможно, даже он останется. Вот, друзья, утомить дольше не буду, долго вас, вернее, на этом все. Впереди его ждет очень много интересного. Завтра мы едем на одно очень крутое мероприятие. Кто не подписан в Телеграм, обязательно подписывайтесь. Все это уже можно было видеть в Телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. На этом все. Вы были на канале Ренат Строит. Всего вам самого наилучшего. Крепких, теплых домов, мирного неба над головой. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. Пока-пока.